Здравствуйте, друзья! Мы снова вместе. Еще раз отправляемся в Казахстан. Вот у меня, кстати, завтра будет вебинар. И одна из козырных фотографий для вебинара я приготовил из Казахстана. Вот этот товарищ. Вот. Видите? Кириллин Иван Федорович. Смотрите внимательно. Казахстан, Каргадинская область, Абайский район, город Абай. Дальше адрес пока остерегаюсь давать, но телефон даю с удовольствием. 7-705-419-45-48. Значит, о чем пойдет речь? Вот, еще раз. Ключевая фотография. А дальше я решил нашу переписку показать, еще часть переписки. Я считаю, что это очень важно, пригодится всем. Так, ну, сами понимаете, нельзя без этого, без таких вот шуточных роликов. Жизнь и так скучна, и даже где-то грустна. На чем мы остановились? Прошлый фильм. Вот. Иван Федорович, вспоминай. Вы мне написали. Поздравляю. Вот, у вас все замечательно. Это вот про меня идете к поставленной цели. Любовь в земле заложена в вас изначально. Знаете, что такое изначально? Все мои предки, пахари настоящие. Что интересно, я горжусь этим. Вы думаете, что если у меня в предках не было этих дворян и прочее, это самое, я что, должен сейчас удавиться или застрелиться? Я потомственный пахарь, я железо. Я уверен, что Иван, еще раз, вот, тоже пахарь, иначе быть не может. Вот. Меня ваши слова, Иван, задели, но в самом хорошем смысле слова. Любовь к земле. Идем дальше. Так, а буду смотреть, показывать все подряд. Вот 17 апреля. Персики. Вот. Видели? Еще раз. Вот это его изобретение. Я им горжусь этим изобретением. Горжусь, что у меня такой друг. Толковый. Сейчас крупный план. Такие посмотрим. Ростовки. Ладно, ниже будет еще более дотошная фотография. Полюбовались? А смысл я потом ниже расшифрую. Следующая. Так, утро 18 апреля. Получается, прошло с 12 числа 6 дней. 12 закладывались. Вот первые уже за 6 дней, за неделю. Так, это у нас кто? Осенние закладывались. 12.04. Осенние абрикосы, тезка. Вот, смотри, за неделю. Я разбил косточки. Вот так, разбил косточки. Теперь внимание. Ну, в данном случае он обращался не ко мне. Извините за громкие слова. Я Железов, лидер среди садоводов-любителей. По крайней мере, это. Ну, наверное, по известности. Поэтому я его назначил образно. Ну, полушутя, не полусерьезно. Куратором по Казахстану. А теперь посмотрим. Годится? Так, очередной эксперимент. Решил рассушить косточки. Попробовать так посеять. В избытке, которых много было. Решил попробовать так. Даже пожертвовал коленка пианиста. Так, они. Так, это мои излишки. Осенние абрикосы. Остатки. Потом получается...
мизинец, дар небес, бляков, крупно полный железо. Так, это слива, китайка красно-синяя, и здесь вишня штамовая. Решил попробовать еще таким способом. Сейчас это чуть-чуть припорошу песком своим и буду держать, ну, не в домашних условиях, 10 это, в районе 10 градусов, 8-12, в среднем 10 градусов тепло. Так, дальше едем. Ну, это просто фотография. Дальше. Так, продолжение, наверное, к раннему видео. 18 число, 18 апреля. Только что показывал осенний свой академик пианиста. Закладывались 12.04. Вот он появляется тоже. Вот растрескивается. Вот еще растрескивается. За 6 дней. Ну вы поняли, что такое стратификация. Я это называю стратификация особая. Началось это, заразил нас. Нет, это было известно давно. Но в таких масштабах нас заразил мой украинский друг, земляк Валерий Александрович. К сожалению, больше пока ни адреса, ни фамилии не говорю. Времена такие. Так, а мы с Иваном Кирилиным продолжаем. Вот это фотография. Фотография, процесс пошел. Так, вот. И знаете, что я скажу? Я так и не расколол в своей жизни и даже последние дни, хотя удачные примеры заразные, пока ни одной косточки. Как бы мне обойтись без этого? Как бы мне это? Вот это вот расколотые косточки, вот, это не халтура. Это просто один из вариантов, учитывая, что нет у нас огромного количества косточек персика, вот этих абрикосов. Слышали название? Дар небес. Вот. Абрикос пианиста и так далее. Это все стоит деньги, и это все хотя бы мы имеем гарантированные всходы. Вот так. Еще одна. На этот раз фильм. Я еще сам его не видел. Все, некогда. Бежим. Так, 20 апреля, 8 день. 12 вчера закладывались. Так, кто у нас осенний. Все, пока не работает, плохо что-то. Так, полноценный уже вот тот первый опыт уже с росточком лазит. Так, дальше. Так, а что это такое? О! Так, ну вот, пересадку быстро сделал. Получается, 3 академика пианиста и 5 штук осенних. То, что выскочить успели. Так, следующий. Ну, это фотография. Здорово. Так, идем дальше. Еще не все. Я все равно не успокоюсь, пока все сам не разгляжу и вам не покажу. Вот. Так, 20 число, вечер уже. Вечер 20 числа. Это осенний. Вот уже сходит. Сегодня. Так, дальше была Радониса. А, вот это, пожалуй, то, к чему я стремился. Вот, может быть, придет время. Я хочу, чтобы ролик был не длинный, чтобы вы не устали. Вот. А снова будет копиться еще на другого фильма. А это самое. Гвоздь программы. Вот он. Внимание. 27. Ровно месяц. Смотрите. Ох, как бы не остановить и остановить. А, вот. Итак, нет. Сейчас найдем, чтобы лучше вид был. 27. Ну, пусть так. Итак, обратите внимание, начинается
роль Ивана Кириллина как учителя. Почему по Казахстану? Нет, по России и Казахстану. И мне понравилось невероятно. Вы видите литровую бутылку, видимо, литровую. Так. Вы видите, что был обрезан верх. Она была наполовину заполнена землей. Так? И потом, видимо, было у этого самого, в нее вставлено горшочек, ну как это называется, торфяной горшочек. Вот таким образом. Так. Что будет дальше? А дальше корни полезли вниз, 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 вниз. Скорее всего, в торфяном горшочке были отверстия, или его просто большое отверстие, или дна не было. Вот. И теперь мы имеем корни, которые буквально за считанные за несколько дней пронизали все до самого низу. Вот это теперь для высадки будет играть решающее значение. Длинные неповрежденные корни. Вот. А Кириллин – это не случайный человек в садоводстве. Вы понимаете, почему он должен был в свое время мне поверить? Он может открыть много книг, и там обязательно он показывал центральный корень. Это, оказывается, зло. Стоит его только отрезать, и мы будем иметь множество боковых, мелких, но таких тысячи мелких корешков. Вот он, какой, оказывается, должен быть саженец, с огромным количеством мелких корешков. Но огромное количество. А центральный корень? А роль центрального корня для, даже для современных учителей, кто себя мнит, даже они не знают. Они просто не знают. А для них он не существует. Для них это придаток. А я говорю, а это серпом по этим. Это то же самое, когда отрезаешь серпом. И вот она альтернатива. Вот она. Иван, спасибо тебе за этот ролик. Спасибо за то, что сейчас передо мной на экране. Вот. И теперь у тебя свои ученики появятся. Спасибо моему украинскому другу Валерию Александровичу. Уже не только ты раскалываешь эти самые ядрышки, чтобы иметь практически стопроцентную схожесть. Вот. А теперь у тебя свои последователи будут. Накупят этих торфяных горшочков, не разорятся. Вот. Купят газировку или пиво, пиво выпьют. Вот. И получится вот такие вот эти. Вот. Здорово. Ну а что потом будет? Потом сами знаете. Жизнь продолжается. Еще раз благодарю за ролики. До свидания. Что же мне бы от рекламы что-нибудь сказать бы для рекламы? Ага. Может быть, здесь сказать. Вот. Последнее. И больше никогда не будет специальных ленточек для прививок. Это последняя упаковка, 100 ленточек. Стоила она 500 рублей. Потом она стоила 600 рублей. Эту последнюю продам за 1000, но найдется желающий, потому что больше никогда их не будет.